Поздравляю всех вас с Рождеством по плоти Господа нашего Иисуса Христа. Господь стал человеком, чтобы человека сделать Богом. Господь обнищал, чтобы обогатить обнищавшего человека. Невозможно осмыслить и вместить все величие Божье, но и одновременно невозможно до конца осознать и вместить крайнее уничижение Христа, крайнее смирение и истощание нашего Спасителя. На земле не находит он приюта. С самого начала он отвергаем миром. Лишь только вертеп, пещера, предоставляет ему себя. Своими первыми служителями царь царствующих, царь над царями избирает пастухов, неграмотных, простых людей. В самой бедной семье родился Господь. И вся его жизнь была уничижением и истощанием. Он стал странником для того, чтобы тем, кто не имеет отечества в мире, не имеет постоянного града, дать гражданство на небеса, дать Царствие Божье. И мы сегодня принесем нашему кроткому и смиренному Христу золото милостыни, ладан молитвы и смирну горького покаяния. Пусть наши сердца соделываются яслями, в которых всегда будет обитать Бога-младенец. И пусть он будет согреваем дыханием нашей любви к нему и нашей любовью к ближнему. Господи, воплотившийся, уничиживший себя и истощивший, прибудь с нами и в этом веке, и в будущем, и наполни наши сердца божественным светом, радостью, и пусть все народы познают Тебя, Христе, Духом Святым.